Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня речь придет о ножах, конкретно разбираем вот этот разведчик А155 от компании «Ножемир». Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией «Ножемир» и относится к типу складных ножей. Он может быть частью кухонного обихода, а также помощником в туристических походах. Тип клинка – клиппоинт. И важно отметить, что наш обозреваемый образец не относится к виду холодного оружия, а квалифицируется как бытовой предмет. Рукоять ножа сделана из металла и пластика, а лезвие выполнено из стали 440, которая славится своим сопротивлением коррозийным процессам. Твердость клинка 55-56 HRC. Все вышеперечисленное дало вес нашему образцу ровно в 100 грамм. Общая длина обозреваемого товара 205 мм, из них 88 – это длина клинка. В данном ноже используется система Button Lock. Для раскрытия необходимо снять с предохранителя и нажать на кнопку выброса клинка. Для того, чтобы сложить нож, необходимо убрать клинок обратно и не забудь поставить на предохранитель. Из особенностей данной модели выделяю наличие отверстия для темляка. Данный нож продается в нашем фирменном магазине «Попади в десятку» и стоит меньше 1000 рублей. Попробовать его в деле ты можешь уже сегодня, а где его взять, сейчас расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный нож, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.